Всем привет, друзья, с вами Влад. Сейчас я нахожусь на старом телефоне, потому что в этом видео я хочу показать пример настройки стендофа. То есть этот аккаунт, кстати, не мой, это моего друга, он отложил на время съемки, потому что я не хочу на своем аккаунте портить себе настройки управления. То есть менять их там по умолчанию ставить, потому что там уже все настроено. А в этом видео я научу вас полностью с нуля настроить сразу же под себя стендов, чтобы вам сразу было удобно. Не надо будет искать какие-то видосы, там учиться, как это все сделать. А в этом видео вы все сразу знаете. Так вот, как только вы зашли, поставили там свой ник. Аватарочку свою, ну знаете, для приличия давайте поставим. Тут захват флага, вот тут на намек не, на, не намек на него сори, что вот так вот разговариваю. Но это видео я не буду монтировать и перерезать какие-то файлы, файлы и всякое подобное. Так вот, мы зашли, нажали настройки. Настройки сначала игры. Включаем счетчик FPS. Это обязательная функция, чтобы мы понимали, сколько у нас FPS и как нужно его настроить. Вид э, оружия ну, возможно, классический, потому что это будет более-менее лучший вариант, так как он не будет мешать игровому процессу. Регион. Выбираем наш регион какой-то там, где вы живете. Ну, я Восточную Европу выберу. И применяем. Переключать на поднятие оружия. Да, это тоже выгодная функция. Ну, это уже как вы хотите, так и решайте. Теперь видео. Видео. Здесь стандартно стоит как бы вот так вот все. Но, ребятушки, мы это настроим в игре сразу же, когда зайдем в лобби. Управление. Так, управление здесь, подождите. По дефолту стоит. Блин, я просто нажимаю на экран, и оно меняется. Все по дефолту стоит. И звук... Я не, не хочу ничего менять. И звук тоже по дефолту. Ну, давайте создадим лобби, получается. Давайте создать лобби. Закрытый. Давайте командный бой сайт. закрытые командный будет тренинг сайт. Нормально. Сейчас все будем настраивать сами. Кстати, у меня сейчас все на ультрах. Но видите, графика, она такая, знаете, не очень. Выглядит что-то такое все пиксельное. Потому что этот телефон очень старый. И на нем только полтора гигабайта ОЗУ. Потому что 500 заняты системой. Всего лишь полтора гигабайта, ребят. Это очень мало. Даже меньше гигабайта вроде там. Вот эта запись, она еще больше жрет, потому что сейчас FPS еще больше просядет, 100%, я уверен. Сейчас у нас все на ультра, кстати. Ну, то есть по умолчанию, я ничего не менял. Так, э, побеждайте, побеждает команда, совершившая наиболее количество убийств. И заметьте, у меня тут загрузка такая длинная, просто здесь можно разговаривать о чем угодно, пока эта загрузка 20-минутная. Она очень долгая, реально. Кстати, так давно не слышал фоновую музыку так как я ее оффаю. Ну вот, мы зашли, давайте сначала зайдем за ну спецназ, например. Так, вот эта чувствительность, вот это чувствительность. Так, прыжок двойным касанием, это можем сразу, кстати, убрать. Но сейчас все будем настраивать. Э -э -э, лучше всего я покажу, например, управление на три пальца, потому что многие просто не умеют играть на 4. И в этом видео будет лучше примерно три пальца игры, чем на 4. Ооо, вот это, блин, вот эта чувствительность я прям не могу управлять. Капец, ребят, это очень сложно. Ну, это у нас познавательный контакт, так что хватит нам тут резать стенки. Так, начнем мы с графики, потому что у меня глаза уже начинают болеть просто от этого сглаживания идеального просто. Давайте начнем с этого всего. Кстати, 60 FPS, потому что закрытое лобби. В открытом будет 30. Сразу предупреждаю. Так, настройки. Настройки видео. Шейдеры. Шейдеры нам не нужны. Потому что шейдеры от освещения. Зачем нам освещение? Убираем освещение и смотрим. Видите, ничего не изменилось. Вообще. То есть тени остались такими, как и были. Так. Заходим опять настройки. Видео. Детализация текстур. Ну, это как бы важная вещь, потому что если вы еще понизите, то у вас вообще глаза улетят. Эффекты убираем, эффекты зачем нам? Эффекты не нужны. Вот эта кровь, вот эта вся фигня, э искорки, вот эти все, вот этот дым, это нам не нужно. Вот эта стрельба, ну мы можем оружие взять. Круто, видите, крутые эффекты нам не нужны, их теперь нету. Так, настройки, видео, эффекты и шейдеров нет модельки. Модельки тоже не нужно. Потому что это человечки, вот эти, знаете, противники, союзники. Их пока даже в лобби нету, но все же мы убираем их. Они будут очень убогими, но их будет видно нормально и по них будет можно попадать. Так, в принципе, все хорошо пока что. Давайте посмотрим, как на расстоянии. Ну, на расстоянии тоже нормально все видно. Так, зайдем за терру, ну, ради прикола. Так, у, у у меня тут сразу М110 активировалась. Настройки. Видео. И расширение экрана. Конечно же я не советую ставить среднее. Потому что у вас будут болеть глаза. Э -э, включаем сглаживание и анизотропную фильтрацию. Э -э, многие скажут, фу, ты чё, ненормальный, но это вам уберет просто боль с глаз. Потому что если играть с отключенными, то лучше... Не пробовать. Потом будете как у лицы уходить. И частоту крадов я уменьшу, потому что чтобы просто не, не, был, не были вот такие прыжки. Вот посмотрите, как сейчас хорошо уже. Вы заметили? То есть уже нет вот такого э, режущего, резкого, каких-то полосочек. Вот это все исчезло. Видите, все нормально. Вот такая графика почти как уже на ультрах. Конечно, FPS я не буду повышать. Оно никогда здесь не будет 60, но ну, будет там 50%. 50, но слишком большие прыжки Это плохо ну Лучше я оставлю, какая разница Нам сейчас не до прыжков Мы сейчас не идем на кибер турниры Мы будем играть В обычную закладку бомбы, да ребятушки Апать там медальки и все такое Новички у нас не киберспортсмены Конечно отражение, видите, даже отражение в оружиях Оно уже некрасивое И сама моделька она как будто картонная Но это дает вам Как бы прогрузку и больше FPS. Теперь настройки. Видео. Мы уже все настроили? Да, все полностью. Если поставить текстуры средние, вы посмотрите, что будет. Я предупреждал, что это не очень хороший вариант. Уже, видите, глаза у меня уже сразу начинают чувствовать эту фигню. И FPS не изменился. То есть такой же, как и был, такой остался. Но это потому, что, конечно, мы закрыты в закрытом лобби, но все же. Лучше оставить высокое, чтобы не портить себе глаза, предупреждаю. Можно, кстати, фильтрацию убрать и поставить сглаживание 4. Еще будет лучше графика, но это уже для более сильных телефонов. Не для таких слабачков, как мой. Потому что если сейчас мы войдем в открытый, вы офигеете. Ну, конечно же, после управления настройки. Так, нужно настроить управление и чувствительность. Потому что эта чувствительность, это невозможно. Настройки. Управление управление чувствительностью. Сразу давайте поставим первое, например, на 1.70, второе на, на точку 90, а здесь на 0. Просто примерно попробуем. О! Вот это мне уже нравится намного. Конечно, слишком маленькая чувствительность, но к ней можно привыкнуть. Так, управление. Дальше настраиваем. Э, прыжок. Давайте кнопку, конечно же. Джойстик. Э, джойстик у нас свободный. Но это для меня лично, мне так удобно. Кнопка стрельбы. Э, только зона можно поставить. Я объясню почему. Только зона. Перекрестие. Перекрестие можем поставить. Сначала э, обыкновенное перекрестие без точки и просто попробовать на нем поиграть. Ну, тут рандомные числа просто ставите. Как вам нравится, просто подбирайте на глаз. Вот так вот, если нравится, так нравится. Оставляем. Выбрать. Не, давайте статичный, конечно же. И применяем. Вторая кнопка броска гранат. Да, активируем, это полезная вещь. Смотрите. Сейчас у нас уже чувствительность хорошая. И как бы... Что мы сейчас настраивали? Мы настраивали... Чего? Я сейчас немножко... А, прицел, прицел, боже, я же не увидел его на экране, думаю, что мы настраивали. Сначала мы можем играть с прикрестьем и тренить с ним. Если вы будете очень плохо попадать в голову, наводиться, и просто не сможете как-то навестись, какая-то магическая причина вам мешает, то просто берем настройки, управление, и ставим точку. Точку там 8, 9, смотря какое расширение экрана. Ну, мне на 9 нормально, она небольшая и ее видно. Цвет меняем в зависимости от любимой карты. Если ваша любимая карта раст, то ставим какие-то светлые цвета. Если там сенстоун, то более тем темные. Ну, смотря на чем вы играете. Ну, вы понимаете. А самый подходящий ко всем картам прицел это светло-ярко-зеленый. Он самый крутой. Но ну, я беру иногда красный, но я его не... иногда даже теряю. То есть смотришь, а его как будто уже и даже нет. Он сливается с местностью. Видите, даже сейчас вот так вот сделаю, и этот прицел уже сливается почти, и это плохо, очень. Его легко потерять с виду. Мы должны всегда, мы должны всегда видеть прицел, как он наводится на голову. Так, управление. Давайте цвет сменим на ярко-ярко-зеленый. И это будет намного лучше. Вот, мы уже как бы видим немножечко что-то. Давайте возьмем какой-то калаш там, что ли. Зайдем за спецназ и за терров потом опять. Ну, М-ку давайте М-ку возьмем. Ну вот, М-ка, и мы стреляем, как бы, и прицел четко видно. Ну, точка, кстати, это мой любимый прицел. Управление. Теперь режим движения, сидя. Удерживая или нажатие. Если мы настраиваем для трех пальцев, то, конечно же, удерживание. Если. Для четырех, то нажатие. Ну, конечно, мы настроим для трех удерживание ставим. И пришло время к кастомизации. Кастомизация. Э -э -э буду показывать только мою кастомизацию, самую удобную. Для трех пальцев. Так, правым верхним пальцем мы прыгиваем. Прыгаем. Значит, оно здесь. Оно может у вас здесь быть, если у вас короткий палец. У меня как, как бы длинный. Так что мне удобно вот тут пры прыгать. Сидушку присаживаться вставляем здесь, потому что у нас управление на 3 пальца выбираем яркость, вот так вот делаем И повыше То есть мы будем стрелять верхним Левым пальцем, если мы играем На 3 пальца Так Это как бы даже не на 4 Потому что мы должны четвертым прыгать Значит делаем на 3, стоп прыжок у нас, значит, здесь будет, потому что мы играем на три пальца и все такое, да, мы жнубы. нубы. Сори, что там кого-то обидел, но это факт. Так, ставим сюда выброс оружия. Так, я всегда его туда ставлю, или же покажу еще, в какое место можно поставить, чтобы оно не мешало, если вы будете задевать случайно. Если у вас безрамочный экран, то, конечно же, в другое место поставим, но я покажу это после. Прицел я ставлю сюда, если мы, конечно же, как я уже говорил, в три пальца играем. Вот так вот. Подбор оружия вот тут вот ставлю сверху. Оно там вообще не мешает, так удобно. И, конечно же, я немножко увеличу джойстик, потому что у меня, я уже повторюсь, длинные пальцы, и мне нужен большой джойстик. Диффузинг можно прямо сюда поставить, чтобы мы не нажимали мимо. Ну, вот так вот поменьше, конечно же. И закупку, как в, старом, в старые добрые времена, закупочка у нас вот тут вот стояла. Вот тут ставим ее. И, в принципе, все. Можно еще убавить вот эту прозрачность вот этих кнопочек, но они не нужны. То есть эти кнопочки, я ими обычно не пользуюсь. Я пользуюсь только статистикой, вот этой кнопочкой. Это самая главная моя кнопочка. Так что я уберу, конечно, поярче, то есть попрозрачнее сделаю ее. Все. Теперь пришло время настраивать вот эту фигню. Я не знаю, где у вас будет прыжок. Это очень сложный выбор, потому что кто-то использует двойной прыжок, кто играет в три пальца. Большинство. Так что давайте мы лучше его уберем э -э двойное нажатие, да, потому что это как бы управление на три пальца. И убираем прозрачность вот тут вот, вот этой штучки. Это мы будем бросать большим пальцем, конечно же большим пальцем. И убрали, убираем яркость у выбора оружия, ну чтобы так было приятно смотреть, не болели глаза. И почти на прицел, вот тут пониже сделаем и прозрачность на минимум. То есть, чтобы цифра, она была на этой полоске, желтая или золотая, называйте, как хотите, и убираем яркость. И вот этой фигни тоже можно яркость убрать. Все, ребят, это идеальное управление для меня. Да, для меня. Если я буду играть на три пальца. Конечно же, я не, не, не играю на три пальца, но все же. Все, мы сделали новое управление для трех пальцев. И сейчас, смотрите, как я буду уже стрелять в присед. Прыгать вот так вот, стреляю в присед, прыгаю, стреляю, и я уже как бы киберспортсмен. Да, визуальный киберспортсмен, то есть я не про-игрок, но все же визуальный эффект, впечатление будет на тиммейтов, типа вы такой про, видите, вы всегда приседаете, когда вы стреляете, ну и все такое. Конечно, бред несу, но ладно. Что нам нужно? Нам теперь нужно авик закупить, заходим за теров и покажу, как все дело обстоит с АВП. АВП закупаем. Так. Закрыть. И все. То есть мы целимся, выстреливаем и подключение к серверу. Это дефолтная ситуация из-за того, что у меня очень слабое устройство. И здесь будет частое переподключение и вылеты. И у вас такой же, я знаю. Потому что у вас плохой телефон, если, конечно же, он дешевый. У вас нету денег, за что купить новый. Так, переподключение и не удалось. Сейчас в открытый пойдем. И там еще затестим. Графику мы настроили, управление настроили, чувствительность настроили. Ребята, вы готовы? Все, вы можете идти в бой. Конечно, не удалось переподключиться. Пойдем просто в открытый и попробуем протестить то, что я сделал. Так. Это все, кстати, для слабых устройств. Еще раз предупреждаю. Так, настройка будет, будет называться видос. Настройка управления... Не, и настройка стендофа с нуля для слабых устройств. Неплохое название, но еще подумаю. <с discussed> так, ребятушки, что у нас тут? Инвентарь, вот это все, что тут, кстати, есть. О, медалька есть. Юспик. Э, одна голда. Купленные диглы. Ну, какая-то фигня, короче. Или, может, выбил, не знаю. Пошли в командный бой и попробуем сейчас потренить. Так сказать, потренить, да, потренироваться. Попробовать испытать новое крутое киберспортивное управление. В кавычках, конечно же, потому что это очень плохое управление, но на три пальца. Не советую никогда играть в три пальца, но для начинающих ребят... Это обязательная фишечка. Те, кто даже в два пальца играет, пусть учатся уже в три играть. Уже пора. То есть, правым пальцем большим на правой рукой, на, праве, на правой руке, боже господи. Мы управляем управлением, то есть вверх-вправо-вниз влево. Э, левым большим пальцем мы ходим и верхним, левым стреляем. Привыкнуть к левому верхнему пальцу, э, то есть указательным пальцем будет сложно привыкнуть стрелять. Но потом со временем будет нормально. Так, и мы уже идем в киберспорт. Киберспорт! Смотрите, сколько FPS. 19, 20 FPS. Чего? Мой телефон так уже послабел. Он раньше не был таким слабым, кстати. У него было 40-50 FPS. Сейчас он уже начал подлагивать. Старичок бедненький.